сегодня мы хотели вот, пообщаться с арктурианской группой. Так, кто-то есть? Появился. Описывай, что видишь, картины четкие и ясные. Ну, пришли с таких скафандр. Голова там это круг, ну, в смысле, скафандр. Туловище тоже круг, скафандр, там на попу круг, скафандр, ноги круг. Это, наверное, поэтому так получается. Сколько их существ? Ну, два пришло. Хорошо, давай я поприветствую их и в качестве благодарности, что они пришли, может быть, им какой-то подарок подарить? Ну, можешь подарить им бороду. Мне нравится очень, что у мужчин наших растет борода. Хорошо. Да, что-то волос у них как-то вообще нет. Они в любом случае контактеры, и они видят, допустим, ну, то есть кто-то, кто живет у них на планете, видит только своих. А они, как контактеры, видят еще кого-то другого. И им вот интересно образы на себя всякие эти применять. Вот как бы, если бы я был человеком, как бы я выглядел. Вот они там собираются всех, там, с кого то, с кого все. И потом это все примеряют, ну, как вот перед зеркалом. Вот борода, о, ха-ха-ха, как смешно. А вот там шапка земная, вот все всякие атрибуты земные. А это вообще вот смешные какие люди, что все это носят. Хорошо, давай мы дарим тогда им, пусть развлекаются. Хорошо. Так, они... Вы можете представиться, то есть как обращаться к вам? Я так понимаю, у вас, может быть, и нету имен, да? Но... Или есть у вас имена? Вот так, собственно, обращайтесь. Арктурианцы. Арктурианцы, да? Ну, да. Ну, в общем-то, можно назвать Тур, но вообще-то имя у него длинное. Но можно назвать Тур. Тур. Угу. Хорошо, Тур. А второй? Ну, это как бы на человеческий язык, потому что у них они могут, допустим, так сказать, как представители, которые общаются с людьми, а их другие жители, они не смогут произнести это. Хорошо, Тур, будем спрашивать Туры тогда. Тур, а вы, получается, контактер, как примерно и мы, да? То есть вы... То есть такая работа. Коллеги. Причем это не то, что он там умерший, просто так же такая работа. Ага. А правильно я понимаю, у нас на Земле сложилось представление, что вы очень развитая цивилизация, может быть, одна из самых. Ну, потому что приходят, да, то есть мы, конечно, приехали, но мы приехали просто в определенное место встречи. Но мы не приехали там ни к ним на территорию, ни в центр космоса, ни... тем более, что это они не находятся просто в космосе. То есть, если будет лететь космический корабль, он их не обнаружит. Поэтому, а чтобы добраться до нас, конечно, это нужны знания, ну, технологии. Вот Землей вы как-то занимаетесь? То есть, Земля является, может быть, каким-то вашим проектом, площадкой для экспериментов? Или как мы связаны? Да, говорили уже. Земля – это площадка для экспериментов. Их, что они ставят здесь эксперименты? Ну, может, кто-то и ставит, но тоже они не могут за всех говорить, представителей своей цивилизации. Что они на Земле прям не просто изучают или просто встречаются, контактируют, что они прям именно какие-то действия производят на Земле. Но вот они лично нет. А вы дружественная для Земли цивилизация? Ну да, дружественная. Некоторым людям, допустим, во сне их забрали, и что-то вложили, какие-то идеи в голову. Вот так может быть. Или могут иногда скинуть на Землю что-нибудь. Ну, неплохое для изучения, ну, чтобы земляне изучали. Так, а вот если сравнивать вас, например, по уровню развития с Сириусом, с там, ну, Сириусом Б, да, вот с энергетической, которая звезда, вы выше находитесь по уровню?
ну, если можно так сказать... Немножко более развиты. А, то есть Sirius B вы примерно одинаково? Ну, немножко выше. Но, как сказать, просто у нас, допустим, эти есть технологии, у них еще этих есть технологии. Но не глобально. Действительно ли, что жители Арктура, они ну, высоко, так скажем, духовные, да, по-нашему говоря, и ну, с коллективным сознанием, да, с ответственностью за свою реальность? Ну да. Что значит любовь для вас? Каждого... Люблю всех своих сородичей, каждого, всех, кого увижу, своих сородичей, всех люблю. Ну, люблю как? Никого не проклинаю. Не, такой прям безумной любви никому не испытываю. Но проклинать никого не проклинают они, и всем своим сородичам, всем помогают. Все, кому что нужно, все обмениваются. А является ли ваша любовь безусловной? Не требующей никаких... То есть за что-то. Я не люблю за что-то. Или я люблю просто, вообще просто люблю и все. Но всех своих сородичей, конечно же, они... Всех своих сородичей, они не любят. Там, вот этот лучше, я его больше люблю, этот хуже, его меньше люблю. Всех одинаково. Всех одинаково они смогли такого достичь. А вот здесь мы ну, изучаем на Земле метафизические свойства любви, и ну, есть предположение, что в космосе да, любовь является нечто большим, чем какое-то ну, чувство, да, и что это вроде там, силы гравитации или ну, притяжения навигатора, может быть, или измерения, то есть что-то такого плана есть, действительно, или... Нет, ну, это энергия, ну, такая энергия, как энергия, которая притягивает. Тоже они эту энергию используют, допустим, они любят всех одинаково, но они не притягиваются друг к другу все. То есть они используют там, у этого все равно больше притяжения, у этого меньше притяжения. Но любовь у всех, в общем-то, всем друг другу одинаково. Но это любовь как притягивающая энергия, можно ее характеризовать. Если они где-то будут, допустим, условно, вот несколько их вылетело в космос и рассыпались, они смогут друг к другу притянуться. Ну, вот в космосе, в этом, в невесомости. Допустим, человека унесет, если он окажется в невесомости, его унесет без соединения к кораблю. А они смогут, если вдруг окажутся, они так, они, конечно, не делают, но мало ли, что может быть. Если они окажутся просто в космосе, они друг к другу смогут притянуться и уже, ну, допустим, пять штук их вместе соединилось, уже больше силы, чем один. Они уже смогут ну, вернуться на корабль. Притяжение друг к другу вот такое. Энергию друг друга чувствуют и могут притягиваться вот физически даже этой энергией. Угу. То есть, как бы это именно то, что мы здесь любовь называем, это вот про эту энергию идет речь. Ну да, ну да. Ну, не значит, что они ее используют постоянно и все там слепленные отходят. Это если вдруг возникнет такая экстренная ситуация, что то есть они могут при помощи использовать любовь как притягивающую энергию. Угу, угу. То есть она действительно на физике именно да, сработает. Перешла именно. Пришла именно как в разряд энергии уже у них. Не просто вот чувство, просто потому что ну, просто есть и есть. А именно, что уже она работает, да. Любовь, она имеет взаимосвязь с сердцем именно, как физическим органом? Что-то там... Ну, у них нет. У них другие, другая структура тела. А у человека? Сердце – это просто орган. Просто орган, да? Да, это же не орган, вырабатывающий какие-то там эмоции. Мозгами, конечно, имеет. Сердце это просто клапан, через который проходит кровь. А мозгу есть, да, мозгу есть все эти железы. Это все, конечно, имеет связь.
А сейчас с точки зрения их цивилизации человечество в нужном направлении развивается? Развивается. Можно развиваться в двух только направлениях. В положительном или не развиваться, наоборот, в деструктивном. Если развитие, значит, оно все равно положительное. Ну, нет, конечно, есть отрицательное развитие. То есть вот, технология развивается, но не на пользу. Нет, развивается на пользу. Может быть, есть какой-то совет, в чем уделять внимание сейчас человеку? Ну, развитие своих энергетических способностей, чтобы больше энергии накачивать и пытаться осуществлять какие-то действия за счет энергии. Например, именно какие? Там. Ну, даже. То есть это просто как тренировка, двигать предметы энергией. Не то, что, значит, надо это использовать, но вообще в дальнейшем это будет использоваться. А сейчас просто как тренировка, двигать предметы энергией. Ну, какое упражнение можно сегодня, например, вот, сделать человеку? Ну, просто космической энергией заряжаться. Потом смотреть на предметы, пытаться его двигать. Руками там, заряжать руки свои, и потом передавать предмету толчок энергии. Чувствовать в руках энергию, чувствовать сгусток, что он собирается в руках. Ну, то есть это действительно можно сделать, да, сегодня? Ну, конечно, да. Нет, ну, не значит, что руками КамАЗ передвинуть. Конечно же, нет. Ну, руками передвинуть там коробок спичек можно. А как это технология? На несколько миллиметров, там, сантиметров. Но это как тренировка просто. Смысла в этом нет. Просто как тренировка. То есть это как импульс такой именно должен быть? Да, да. А потом в дальнейшем, когда-нибудь, вполне возможно, что объединилась какая-то группа людей и энергетически передвинула, ну, гору, например. Энергии своей передвинула гору. Ну, да, но тоже... Ну, нет, ну, там уже как развитие пойдет. Далеко, недалеко тоже развиваться. Ну, а еще раз, вот технологии все-таки вот для начинающих какая? То есть вот накачиваюсь энергией, допустим? Накачиваешь энергию в руки, да. В руки энергию накачиваешь, чувствуешь, что руки горячие, чувствуешь, что это комок энергии, чувствуешь, что энергия из руки в руку идет. Это, ну, что между руками заряд. Так, и дальше? Заряд между руками. Ну, ставишь посредине коробок. Так. Посылаешь этому коробку эту энергию. То есть заряд между руками, идет энергия от одной руки в другую. Заряд между руками, энергия держится между руками, ставишь между ними коробок. Не ставишь, просто не прерываясь, не разрывая руку, опускаешь руки... коробок бы между руками. Поток энергии идет через него, через коробок. Этим потоком энергии представляешь, что коробок этот передвигаешь. Ага. Просто это, он... например, от правой к левой руке, например, да? Да, да. То есть, ну, а это как толчком делать, импульсом именно из правой руки в левую сильнее, да? Нет. Он идет постоянно. Постоянно. Между руками постоянный поток. И при этом из космоса в макушку входит энергия. Ну, сначала зарядился, да, из космоса можешь так и продолжать, из космоса в макушку можешь сначала зарядиться. Просто сможешь ли ты контролировать два потока между руками, и чтобы еще и входило в голову. Поэтому один сначала зарядится хорошо в руки. А расстояние между руками какое примерно? Да небольшое, чтобы... Коробок помещался, но не касался рук. И сколько практиковаться надо примерно? Ну, так, человек, который, в принципе, качается энергией, так, ну... Попробуйте сначала. Ну, энергия горячая должна быть. А, то есть цвет имеет значение какой-то? Да, лучше красный. Будем, значит, практиковаться. А какие-то практики, вот, касаемые энергии любви? Может быть, вот как вот с телекинезом, может быть, что-то еще посоветуете? Если прям тебе мало, то что-то хочешь ее развивать, ну, можешь энергией своей притягивать людей. Ну,
в которую устанавливать с ними как бы контакт энергетический. Чувствовать, как ты устанавливаешь контакт энергетический с людьми. То есть как с коробком примерно, да? То есть я чувствую... И притягивать его к себе, этого человека. Ну, то есть вот, например, я и вот второй человек, да? Я вот визуализирую его условно, да? Наверное, в медитации, да, это лучше делать? В самогипнозе, там да? Там можно и на улице. И без, да? Ну, просто концентрироваться, да, если можно без этого. Да. И вот я представляю этого человека и как бы вот энергию между нами, да? Ну, если представляешь, то уж просто ты его видишь лучше все-таки. Прям представляешь уж это уже так дальше развитие. Видишь человека, посылаешь ему энергию. А, физического человека? Угу. А, физически стоит передо мной человек, да? Посылаю ему энергию, и дальше как? Ну, и притягиваешь эту энергию, чтобы он как бы к тебе притянулся. Но сначала ты должен понять, совпадают ваши энергии или не совпадают. А, и так вот потом это и будет развитие, обмен мыслями. Дальнейшее. Ага. То есть, допустим, вот я стою, да, открыл глаза или закрыл глаза, неважно, да? Неважно. Ну, и как энергия, откуда у меня, куда идет к нему? Откуда? Ты, в принципе, закачан энергией космической. В принципе, да. Закачан. Свою энергию посылаешь ему, тому человеку. Через что? Солнечное сплетение, третий глаз, там, для руки? Ну, сам почувствуешь. Ага. Лучше. Сам почувствуешь. Посылаешь ему эту энергию. И чувствуешь, как он по энергии заряжается, и притягиваешь его к себе. Ну, то есть он будет стоять, и прям реально он будет... Как... Не обязательно. Не обязательно, но он должен почувствовать твою энергию, как-то на тебя отреагировать. То есть он должен как-то на тебя отреагировать. Как бы посылаешь ему импульс, и вот можешь представлять какой-то импульс любви, если можешь представлять, что вот он теплый такой весь, светящийся весь, излучающий энергию, хороший, и вот он, как вот этого человека. Для этого только можешь, конечно, тренироваться и на людях, которые тебе не гармонируют с твоей энергией. Можешь, в общем-то, но сначала все-таки лучше к теми, кто гармонирует с твоей энергией. То есть вот этот передаю энергию, и человек как бы сам шаг сделает, то есть, ну... Ну, сначала он вообще отреагирует на тебя. Изначально. Да. Сначала он почувствует, да, что действительно ему установилась связь. Почувствует и отреагирует на тебя, да. Отреагирует, и дальше что, его прям тянуть физически начнет, да, он прям не сможет сопротивляться, как бы, да? Ну, физически тянуть, не знаешь, что он прям приклеится к тебе, но, по крайней мере, в твою сторону... Ну, почувствуешь, что он должен податься в твою сторону. Ага. Прям прибежать к тебе все-таки не все могут, может быть, это будут делать. Но как-то отреагировать на тебя, это уже... Ну, это дальше это развитие потом, в будущем развитие обмена мыслями. Ну, то есть, да, это тоже как бы в едином таком как бы вот соединении в энергопространстве. Дальше уже просто как... Ну, как примерно мы сейчас общаемся, вот так же общаться. Хорошо. Спасибо большое. Интересные, кстати, очень упражнения, технологии, практики, которые для начинающих именно подходят, и хочется их попробовать развивать. Вот, будем, собственно, делать это. Хорошо. Я благодарю Тура и его коллегу. Тура. Хорошо. Были рады очень встрече. Благодарим. Они уже, между прочим, научились у людей тоже так вот эмоционировать, улыбаться, обниматься. Они с удовольствием научили, да? Им это нравится, да. И, допустим, там вот это, ну, пожатие, конечно, существует у всех. Ну, только там у всех по-разному, но смысл пожатия руки как с суть, оно существует, конечно же, во всех цивилизациях. Но именно более такие эмоции обнимать, это они научились у людей, им это нравится, они и сами, в общем-то, это тоже делают, и с людьми обниматься им очень тоже нравится.
Ну, нам тоже нравится обниматься, поэтому mm-hmm. давай обнимемся. И не прощаемся, говорим до встречи.